Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. 47-летний мужчина украл с частного дома технику, инструменты и бутылку с алкоголем. Установлено, что вечером 19 ноября обвиняемый, идя по дороге домой, заметил, что в одном из жилых домов не горит свет. И, предположив, что там никого нет, решил чем-нибудь поживиться. Фигурант проник в помещение и взял все, что приглянулось. Сумма ущерба составила более 64 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит суд.